Здравствуйте, наши дорогие зрители! С вами Виталий Хомутов, и мы продолжаем знакомить вас с ответами на ваши вопросы в рубрике «Вопрос дня» Олегу Зубкову на его личном блоге. Сегодня вопрос от Евгения Азова о новом туробъекте в Крыму. Доброго здоровечка, Олег Алексеевич, и поклон вашей супруге! Кажется, нашли место ялтинским крокодилам. По размаху идеи будет грандиозно. Вопрос в том, в чьих руках будет объект? Государственных или частных? И вот интрига. Дотянут ли они до уровня Тайгана? Справка. В Крыму откроют первый на полуострове парк с бассейном для акул. В районе Феодосии будет создан акулярium с рифовыми акулами. Инвестпроект одобрен Советом по улучшению инвестиционного климата в республике. Объект займет территорию площадью 2 гектара. На нем построят бассейны для 2-3 десятков акул. Уже есть договоренности с московскими компаниями, которые доставят рыб в Крым из Сингапура. Также туда перевезут часть обитателей ялтинского крокодиляриума. Ответ. Здравствуйте, Евгений. Новый инвестпроект – это хорошо. Однако ничего грандиозного, тем более уровня Тайгана, на 2 гектарах земли создать практически невозможно. У парка Львов-Тайган парковка перед парком занимает площадь в 3,5 гектара, и ее не хватает для посетителей парка. Тем не менее, идею нового крокодиляриума и океанариума в районе Феодосии поддерживаю. С уважением, Олег Алексеевич Зубков.